Исландии и Норвегии в 1945 году, где и встретил свой победный май. Был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу. Я горжусь подвигом наших ветеранов и желаю всем ветеранам, дружинам тыла, счастья и крепкого здоровья. Мой прадедушка Чубов Степан Ильич был призван в армию в 1939 году, ему было 20 лет. Степан Ильич служил в артиллерии и был награжден медалью за отвагу. Участвовал в боях за Родину на Курской дуге, где был дважды ранен. После ранений служил в разведзводе. Мой прадедушка является для меня настоящим примером мужества. Мы с родителями на 9 мая каждый год ходим на бульвар Героев, чтобы возложить цветы к вечному огню. Никто не забыт, ничто не забыто. Победы – священный праздник. Для ветеранов – это праздник со слезами на глазах. Для молодежи – день памяти беспримерного в мировой истории подвига нашего народа. Три моих прадеда принимали участие в Великой Отечественной войне. Никифор в 42-м году погиб под Воронежем. Алексей был демобилизован домой в 44-м из-за ранения. А Сергей прошел всю войну. Каждый из них внес свой вклад в разгром фашизма. С праздником, Новокузнецк! С Днем Победы! Мира, благополучия вашим семьям и чистого неба над головой!